Израиль за неделю. На народной волне. Добрый день. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1430 АМ, 99.1 FM, на нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем канале в YouTube. Также радио NVC, не забывайте подписываться. Традиционно о событиях в Израиле наш израильский корреспондент Ася Энтова. Здравствуйте, Ася. Добрый день, Сергей. Добрый день. Ну, хочу, во-первых, поздравить вас с прошедшим праздником Ту-Бе-Ав. Когда я в прошлый раз рассказывала вам, то я вам говорила о 9 Ава. 9 Ава, грустный день, пост. А Ту-Бе-Ав, то есть 15 Ава, середина месяца Ав, полнолуние, это очень, наоборот, очень веселый праздник. Чем-то он напоминает ваш Валентинов день. Праздник влюбленных, праздник, когда принято делать предложения, делать обручения. И если до 9 ава как раз свадьбы очень не рекомендуются, то наоборот, вот к 15 ава очень рекомендуется, начинаются помолвки, свадьбы. И так длится до, вплоть до нашего еврейского Нового года, который в этом году выпадает на последний день сентября. Это очень веселый праздник, но он связан, конечно, с историческими событиями. Не просто с Днем всех влюбленных, а тут очень большая историческая начинка. Причем, как и большая часть наших еврейских праздников, он связан с каким-то сельскохозяйственным, природным циклом. И праздник Ту-Бе-Ав, он близко к дню солнцестояния, дню, когда самая короткая ночь. И во многих культурах в эти дни есть какие-то языческие праздники, как-то это все отмечается. И многие еврейские праздники заменяли вот такие языческие праздники. Ту-Бе-Ав, например, он связан также с праздником урожая, начало сбора урожая винограда. Но, кроме того, он, конечно, связан с еврейской традицией и с нашей историей. Впервые он упоминается в книге Судей. Говорится, что в этот день в столице Израиля того времени, в Шило, девушки выходили в виноградники плясать в белых красивых платьях. И если у бедных девушек, скажем, не было красивого платья, вполне было принято, чтобы какая-то другая девушка ей одолжила, чтобы все выглядели красиво, все были, так сказать, все могли выбрать себе жениха. Но главное событие, которое связывается с праздником Ту-Бе-Ав, это историческое событие, когда был снят запрет на браки между колен. Как мы знаем, Израиль – это 12 колен по числу 12 братьев, 12 сыновей Якова. И одно из колен, колено Бениамина, оно проявило жестокость, оно сильно, так сказать, разозлило все остальные колена, и было вынесено постановление, что никакие другие колена не будут выдавать своих женщин, девушек замуж за мужчин из племени Бениамина. Этот запрет держался довольно долго. И когда формально решили снять этот запрет, то есть считали, что уже, так сказать, колено Бениамина искупило свои грехи, то был подан сигнал, чтобы мужчины из колена Бениамина приходили в виноградник и, так сказать, якобы похищали девушек. Понятно, что они должны были похищать только тех девушек, которые этого хотят. То есть вот так вот был положен конец на такое разделение, на запрет и браков между различными коленами Израиля. То есть в некотором смысле праздник Ту-Бе-Ав – это и праздник единства всего народа Израиля. Ну, у нас много таких праздников. Например, каждую субботу у нас считается, что вот царица суббота,
приходит в гости к своему жениху. Жених – это народ Израиля. У нас вот такая вот символика, жених, невеста, она присутствует во многих праздниках. Ну и если мы говорим о историческом, о еще историческом следе в этом празднике, то это прежде всего прекращение мора на евреев, которые вышли из Египта. Известно, что Всевышний наказал евреев, которые вышли из Египта и потом согрешили, не захотели входить в страну Израиля, послали разведчиков. Разведчики сказали, что, так сказать, в земле Израиля есть опасность. Во время скитаний по пустыне евреи сделали золотого тельца. И вот грех разведчиков у нас вспоминается 9 ава, а то, что прощение, прекратился мор, который начался, когда евреи создали золотого тельца, за грех, мор за грех золотого тельца, вот этот мор прекратился 15 ава, тоже говорит о том, что было же столкновение, часть евреев, которые не делали золотого тельца, они откликнулись на клич «Моше, кто за Бога ко мне?» и было столкновение между евреями. Значит, это тоже в некотором смысле праздник прощения за грех золотого тельца и за, опять же, за объединение всего еврейского народа. Ну и известный тоже, знаете, как у нас принято в посты, в грустные даты, присоединять туда очень много грустных событий, которые пришлись на еврейскую историю, так и в радостные даты мы присоединяем тоже множество различных исторических событий. Ну, например, такое событие, как то, что защитники города Бейтар от римских завоевателей. Римляне, так сказать, осадили город Бейтар, взяли его, но в Тубе-Ав стало возможным похоронить защитников, гнет римлян ослаб, и стало возможным, как следует по еврейскому закону, похоронить мертвых и, так сказать, восстановить нормальную жизнь. Но еще множество исторических событий приходится на этот день. А сегодня, в общем, он празднуется, ну, понятно, что, так сказать, шопинг, понятно, что тут пытаются из любого праздника, не только из этого, выжать максимум всяких покупок и подарков. Вот, но вот эта вот традиция, что делают предложение на 15 ава, он считается и семейным праздником, да, когда и замужние пары тоже как-то делают друг другу подарки и как-то празднуют этот день. Вот это все, повторяю, напоминает немножко ваш Валентинов день. Ну, а теперь давайте займемся политикой, если вы не хотите объявить телефон для вопросов. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а пока к событиям в Израиле. А пока к политическим событиям. И политическое событие, опять же, начнем с события, касающегося Америки. Казалось бы, да, что нехорошо. Израиль запретил въезд двум американским конгрессменшам. Я не знаю, как сказать, конгрессмен женского пола, запретил въезд в Израиль. Вроде бы это как-то очень некрасиво, недружественно. Было бы, если бы сам ваш президент Трамп первый не призвал к этому Израиль. Дело в том, что две эти конгрессменши не просто мусульманки, не просто ненавидят Израиль и сообщают всем, что Израиль нацистское государство, и вообще кучу грязи выливают совершенно, так сказать, клеветы, необоснованных обвинений и так далее. Они еще активно связаны с БДС, то есть с организацией, занимающейся бойкотом Израиля. И Трамп сказал, что, в общем, вполне естественно. Они хотят бойкотировать Израиль, пусть Израиль бойкотирует их. И действительно, наш МИД, в общем, сначала был вполне расположен их пустить, но он попросил у одной из них, Рашида Талиб,
Она идентифицирует себя как палестинка, то есть она родом из Израиля. Бабушка ее до сих пор живет в Израиле. И она подала прошение, вот, понимаете, ничего плохого делать не хочу, хочу бабушку навестить. Израиль ей сказал, пожалуйста, навещайте вашу бабушку, но... И подал список ограничений. Чего она не должна делать, то есть как она не должна устраивать демонстрации, поддерживать БДС, и так заниматься политической деятельностью и так далее, и так далее. На что она взбрыкнула, сказала, ах, нет, я не согласна. Ну и окончательно, после этого окончательно запретили въезд ей и въезд Ильхан Омар, такой же БДС, поддерживающий бойкот, такой же ненавидящий Израиль, но, правда, родом не из Израиля. И въезд им был запрещен, собственно, как и советовал ваш президент Трамп. Так что это событие вполне положительное, но тут между делом досталось нашему послу в Америке Дермеру, поскольку сначала вроде бы разрешали им въезд, он объявил, что въезд разрешен, потом, значит, когда стало понятно, что их не устраивает просто въезд как обычных гражданок, был въезд запрещен. Но тут вмешалась высокая политика. Дело в том, что Нетаньяху, которого обвиняют в том, что он, так сказать, не дает, сидит уже много каденций и не растит какую-то смену себе, да, что всех конкурентов пытаются убрать. Вот, например, недавно он пытался Гилада Эрдана, министр внутренней безопасности, он пытался услать его послом в ООН вместо Дани Данона. Просто чтобы тот, так сказать, человек очень видный в Ликуде, пользующийся авторитетом, давно министр, чтобы он не был ему конкурентом. Так вот, когда Нетаньяху упрекали, что он не готовит себе смену, он говорит, нет, я готовлю себе смену. И назвал людей, которые не являются действующими политиками, например, вот этого вот Рона Дермера. А наш министр иностранных дел Исраэль Кац, он видит себя преемником Нетаньяху, и действительно, это человек, который в Ликуде очень известен, который, будучи министром транспорта, тут совершенно изменил ситуацию с транспортом, проложил везде дороги, железные дороги, то есть очень активный, любимый ликудниками и, в общем, давно занимает министерские посты, активный политик от Бога, и, так сказать, он видел себя тоже как один из преемников, да, собирался бороться. И видно, вот на этой почве между ним и Роном Дермером возникло, так сказать, трение. И не то, чтобы он его специально подставил, но когда наш посол ошибся, то Кац ему очень серьезно выговорил, что он, так сказать, не проводит в жизнь решения правительства, занимается какой-то отсебятиной. И, в общем, что называется, на сленге опустил его. Так что это просто вот такой нюанс, который нужно понимать во всей этой истории. Ну и еще у нас, понимаете, у нас ничего просто так не делается. В простоте у нас все достаточно завязано на политику. Казалось бы, поехал себе наш премьер-министр Нетаньяху на Украину. И визит был очень успешным. Вот сегодня один день визита. Нетаньяху возвращается. Там остаются сотрудники, те, кто ехал с ним, и замминистра иностранных дел Котавелли, и министр Элькин, и многие бизнесмены, чтобы продолжить, так сказать, переговоры уже более, так сказать, конкретные. Нетаньяху очень многого добился. Он встретился с Зеленским. Это вообще первый визит его за 20 лет на Украину. И Нетаньяху, а накопилось очень много вопросов, которые Нетаньяху вот и оперативно стал тут же решать. Во-первых, многие желающие приехать украинцы получают в Израиле отказ, потому что у нас огромное количество украинских мигрантов, украинских рабочих, просто незаконно остаются, не хотят уезжать. Всем известно, какая плохая экономическая ситуация на Украине.
В Израиле очень много украинцев, которые здесь просто официально подрабатывают, но когда кончается срок их рабочей визы, они не собираются уезжать, остаются здесь и уже работают по-черному. В общем, это нарушение миграционных законов, большие неприятности, так сказать, тратить надо много сил, где-то их там выискивать. В общем, Израиль уже боится и поэтому отказывает в въездных визах очень многим украинцам. В свою очередь, Украина, так сказать, в отместку отказывает во въездной визе израильским туристам. Значит, этот вопрос был поднят. Вопрос пенсии бывшим гражданам Украины или там, Советского Союза, которые проживали в Украине. Как известно, Россия ничтожную, но все-таки какую-то пенсию пообещала выплачивать, а с Украиной этот вопрос до сих пор не решен. Но это вопрос, который больше волнует частных граждан. А вообще для страны обсуждались вопросы зоны свободной торговли. Обсуждался, что Украина сделает в Иерусалиме свой офис. Это будет еще не перенос посольства, но это будет офис, ведущий очень важными вещами, в частности, ведущий инновациями. Было заключено соглашение о сотрудничестве экономическом, о постепенном создании каких-то свободных экономических зон свободной торговли и так далее, и так далее. В общем, визит очень успешный. Обе стороны на пресс-конференции были очень довольны этим визитом. Что было в нашей прессе, угадайте. Даже не пытайтесь, все равно не угадаете. В нашей прессе было ровно два скупа. Первый, который, по-видимому, высосан с пальца, потому что журналисты, находящиеся в самолете, этого не подтверждают, что якобы Сара обиделась на пилота самолета и требовала, так сказать, чтобы ее впустили в рубку, чтобы она его отругала в рубку пилотов, а ее не пускали, значит, высосанные из пальца. Ничего такого не было. Это подтверждают те журналисты, которые летели в этом же самолете, которые сопровождали Нетаньяху. И второе, это якобы Сара нанесла жуткие, так сказать, оскорбления в Украине. Вот встречали Нетаньяху хлебом с солью. Видео есть в интернете, как там девушки и юноши в национальных костюмах подают каравай хлеба с солью Нетаньяху, которому объяснили этот обычай, он отломил кусочек хлеба, махнул соль, съел и передал еще кусочек своей жене Саре. Я очень понимаю, кушать хлеб – это не то, что может себе позволить первая леди, которая пытается сохранить хорошую внешность. И она, значит, как-то там тихонечко попыталась от этого кусочка хлеба избавиться. И, в общем, это было достаточно незаметно. Но журналисты раздули это, типа она оскорбила, она его швырнула на землю. Посмотрите сами, видео гуляет по интернету, все было сделано незаметно. Если бы кто-то не хотел высосать скандал из пальца, вообще никто бы на это не обратил никакого внимания. Но это вот просто говорит о нашей прессе, о том, чем она занимается и что она использует, все что угодно, лишь бы не говорить о вещах, действительно важных для страны, а высасывать на ровном месте скандалы и порочить нашего премьер-министра. Поймите меня правильно, у меня тоже очень много претензий к нашему премьер-министру о его политике в Иудее и Самарии, о том, значит, что он против объявления суверенитета, о том, что он против каких-то жестких мер по отношению к богатству и так далее, и так далее, и так далее. Могу вам перечислять без конца. Но вот это вот преследование его, когда на него заводят дела совершенно без оснований, без каких бы то ни было малейших оснований, а потом говорят, ну да, действительно, виноваты там знакомые знакомого знакомого Нетаньяху, а Нетаньяху действительно оказывается ни при чем. Или то, что вот из такого важного визита впервые за 20 лет Нетаньяху поехал на Украину, пообщался с первым евреем-премьером Украины. Вот вместо этого говорят о каких-то глупостях и высасывают какие-то скандалы просто из пальца. Сергей? Давайте мы сделаем в этом месте небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Обязательно примем звонки, и вы постараетесь ответить на вопросы наших радиослушателей.
Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асентовым. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемая Ася, спасибо большое, что вы рассказали об улучшении отношений Украины и Израиля. Сейчас там особо уникальная ситуация, и премьер-министр, и президент евреи, но это как бы случайно, потому что премьер-министр предыдущего чьей команды остался, он скоро поменяется. А у меня к вам бы скорее большая просьба, а не вопрос, потому что грядут, как говорится, выборы в Израиле, и нужно приложить максимум усилий, чтобы отнять голоса у Либермана. Разъясняйте русскоговорящему электорату вашему, потому что, как объяснил Александр Непомнящий, очень много русскоговорящих вообще не понимают, что такое иудаизм, что такое иврит, и кроме Либермана других политиков вообще не знают. Вот объяснить им, за что они голосуют, когда они голосуют за Либермана, потому что, я так понимаю, если он войдет в парламент опять, то он и там будет свои козни продолжать делать. В смысле, как делал, так и будет разрушать страну. Если он сейчас воюет с религией, если отнять у Израиля религию, это будет, как объяснил Непомнящий, это будет тот же Советский Союз. Я думаю, что им второй Советский Союз не нужен. Но это все лучше меня знаете. Просто делайте это сами, привлекайте других русскоговорящих ваших соратников по партии. Спасибо большое. Я поняла вас, понимаю ваши опасения. Как раз хотела сейчас говорить о выборах, о том, какие там перспективы. Сергей, нет еще вопросов? Я могу... Давайте к выборам перейдем. Все-таки скоро уже. Давайте тогда перейдем непосредственно к выборам. Действительно, опросы показывают, что опять ситуация патовая. Что опять, так сказать, вы знаете, Ася, давайте тогда примем звонок. Вот есть звонок, а потом перейдем к выборам, потому что эта тема большая довольно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Ася, меня очень смутило ваше замечание по поводу звонка нашего, вернее, высказывания нашего Трампа против Тлаиб и Ильхан Омар, потому что... Вы знаете, это не просто неправильно то, что ваш премьер-министр, которого я в принципе уважаю, да, действительно экономику он развернул правильно, но вот эта его беспринципность, как бы, неумение стоять на своих принципах и неумение мыслить глубоко стратегически, далеко стратегически, а не просто быть пластиковым премьер-министром, это ведет к тому, что вот до сих пор политика — это что, два государства для двух народов и все прочее, чушь полная продолжается. И то, что вот постоянные вот эти теракты, нет у него вот этого основы правильной. И нельзя все время полагаться на то, что всегда будет наш президент Трамп. Президент Трамп, он президент этой страны, а не Израиля. А на самом деле он, получается, выполняет двойную функцию. Спасибо большое. Спасибо вам. Я, собственно, говорил ровно об одной вещи, что президент ваш посоветовал этих конгрессменш не пускать. Нетаньяху и Министерство иностранных дел пыталось изыскать способ их все-таки пустить как-то без ущерба для Израиля. Такого способа не нашло. Я говорила исключительно об этой конкретной проблеме. Претензии к Нетаньяху, что он говорил раньше, в последнее время он не позволяет себе этого, о двух государствах, или там он говорил о государстве минус. Эти претензии я полностью принимаю. Вы слышали от меня, что я, так сказать, готова предъявить Нетаньяху вот такие претензии. Но называть его совсем уж пластилиновым я бы так не стала. Сергей? Да, пожалуйста, в эфире. Да, вы знаете, я хотела дополнить, что у вас, насколько я знаю, есть закон, что тех, которые действуют против государства Израиля, то есть тех, которые подстрекают в организации этой БДС и так далее, их нельзя пускать по закону. Поэтому почему наш президент должен был напоминать вам, что вы должны выполнять ваши собственные законы? Вот в чем проблема. Спасибо.
Хорошо, я согласна с вами. Действительно, ваш президент не должен был напоминать, но, понимаете, опять же, для нас отказать двум конгрессменшам – это нечто большее, чем если бы они были просто приватными личностями. Да? Это могло бы расцениваться как некое оскорбление, нанесенное вообще стране, депутаты которой персона нон грата в Израиле. Но, к счастью, это воспринимается не как оскорбление, а вот, как вы сказали, наоборот, как излишнее подчинение. Значит, видите, и так плохо, и так плохо. Не подчинился бы, тоже было плохо. Да, вообще, конечно, да. Это было в чистом виде провокация, потому что Тлаиб и Амар отказались лететь в Израиль вместе с делегацией. Подписывать то, что они не будут нарушать законы Израиля, то, что они не будут устраивать тут политических провокаций. Да, это в чистом виде провокация, и, так сказать, они пытались вообще поссорить две наши страны. Абсолютно. Честно, им это не удалось. Абсолютно. Они отказались ехать с делегацией, с двухпартийной делегацией. Они решили ехать в одиночку. Финансировала там организация, которая тесно связана с террористами. Потом, ну, в общем, после того, как разрешили въезд Тлаиб, она отказалась. И, как справедливо заметил министр иностранных дел, ненависть к Израилю, так сказать, превалирует над любовью к своей собственной бабушке. Да, Ася, давайте бабушка была только предлогом. Да. Давайте мы сделаем еще один перерыв, потому что тема, которую мы сейчас коснемся, она будет довольно большой. И после перерыва вернемся и продолжим. Ну а теперь, как и договаривались, давайте поговорим о том, о выборах, о том, что происходит. О выборах. Все делают опросы, подсчитывают на пальцах, сколько правых, сколько левых. И, к сожалению, до сих пор патовая ситуация, когда Ликуд получает больше, чем бело-голубые, такая вот так называемая партия центра, три генерала и Лапид. И получается, что перевес ни одной из сторон не обеспечен, тем более, что Либерман уже заявил, что он будет рекомендовать в качестве премьер-министра Ганца, то есть главу партии бело-голубых, собирается, или, может быть, даже уже подписал, вот в последние часы было сообщение, что он уж совсем собрался подписать соглашение об остаточных голосах, опять же, с партией бело-голубых. Остаточные голоса, то есть, понимаете, если одна из партий, у вас там всего двухпартийная система, там это проще, все делится пополам, что не получает одна партия, получает другая. А вот у нас много разных партий, и получается, что там одна партия получила там 5,5 мандатов, а другая 6,5 мандатов, а третья там 7 3/4. И принято, что партии заключают договор об остаточных голосах. То есть если одна партия получила там 7 3/4, а другая получила 8,5, то еще один цельный мандат отходит к партии, которая получила больший остаток, там 3/4, например. И, как правило, такое соглашение заключают партии, близкие по духу, да, чтобы избирателю не было обидно. Он проголосовал за одну партию, а вроде как его голос ушел к другой. И действительно, там религиозные партии между собой подписывают такие договора. Ликуд подписывал с партиями правыми такой договор. А тут вот то, что Либерман собирается подписать договор об остаточных голосах с левой партией бело-голубых, это, в общем, все время подчеркивает, что Либерман совершенно неправый, как он об этом объясняет на русской улице. Более того, в своей пропаганде на русском он говорит одно, на русском он изображает из себя правого, ругает арабов. На иврите Либерман совершенно по-другому себя ведет, всячески мимикрирует под партию центра, которая, так сказать, за два государства для двух народов, за все что угодно, и исключительно ругает религиозных. Дело в том, что в партию бело-голубых вошел же и партия Ешатид Еира Лапида. Собственно, вся партия была построена на ненависти к религиозным людям.
И Либерман тоже последнее время он перестал, как раньше он раскручивал тему, что вот он арабам покажет. Он уже много каденций ничего арабам не показал. И более того, у него в партии на реальном месте есть представитель меньшинства, мусульманского меньшинства. И поэтому, так сказать, он продолжает использовать тему «против кого дружим», но теперь он третирует религиозных. И Лапид тоже всячески поднялся в политику исключительно на ненависти к религиозным, то есть общая тема тут явно есть. По-видимому, об этом говорят, но нет никаких пока доказательств, но, по-видимому, из общих соображений логично было бы, чтобы Нетаньяху попытался взять свою коалицию вот этих самых генералов из бело-голубых, но не брать в эту коалицию партию Еш Атид Лапида, антирелигиозную партию, потому что понятно, что Нетаньяху возьмет в коалицию религиозные партии, это и партия Мавдаль с Беннетом и Шакен, вернувшимися обратно, это и харидимные партии. Понятно, что харидимные партии в одной коалиции с Лапидом и с антирелигиозным Либерманом сидеть не смогут. Значит, вполне логично, чтобы Нетаньяху попробовал расколоть вот это объединение бело-голубых, которое состоит из трех генералов, которые там, как они провозглашали, там «Сила Израиля» или как-то еще их объединение называлось, отколоть их от Лапида, и тогда, в общем, какая-никакая коалиция как-то выстраивается. Лапид, очень опасаясь такого сценария, стал потихоньку сбрасывать информацию, ну, собственно, не сам Лапид, наверное, но выяснили, был тут скандал, генералы наняли сыскное агентство, которое должно было найти, кто внутреннюю информацию сбрасывает журналистам, информацию, которая, так сказать, направлена против них, в первую очередь против главы бело-голубых Ганца. И выяснилось, что это приближенный Лапида человек из партии Еш Атид. То есть, по-видимому, Лапид делал все, чтобы Ганц не мог фигурировать как отдельная фигура, которая может отколоть часть партии и оставить Лапида вне коалиции, а самим присоединиться к Нетаньяху, тем более, что так сказать, многие готовы обменять свою ненависть к Нетаньяху на теплое министерское, замминистерское кресло. Есть еще одна причина, почему Нетаньяху, возможно, возьмет в свою коалицию либо партию «Авода», либо партию «Бело-голубых», которые, в общем, по идеологии ему совершенно не подходят. Но возможно, что ему потребуется сделать правительство национального единства. Дело в том, что у нас горит север и горит юг, то есть север – это граница с Ливаном, Хизбалла там поджигает, горит в прямом смысле, не в переносном. И Хизбалла научилась у Хамаса, поджигает, на севере у нас все-таки больше растительности, но сейчас лето, сухо, жарко, Хизбалла поджигает все, что может, и здесь даже не надо воздушные шарики, просто огонь по высохшей траве, по кустарнику, по деревьям переходит на израильскую сторону. Израиль даже не может использовать противопожарные вертолеты, чтобы поливать, как-то сверху тушить этот пожар, поскольку это уже граница и есть опасность, что обстреляют из Ливана. То же самое около Газы, тоже все горит. И не просто горит, идут и обстрелы из Газы. Идут и диверсанты из Газы. Вот недавно 4 диверсантов застрелили, которые вышли из Газы и попытались устроить теракт в Израиле. Обозреватели при этом подчеркивают, что сам Хамас не заинтересован в эскалации насилия в Газе, потому что сам Хамас прекрасно, так сказать, научился распиливать вот эти гуманитарные деньги. Все там давно уже стали миллионерами и стремятся стать миллиардерами. Гуманитарный кризис простых арабов в Газе их совершенно не волнует.
Но им не хочется вот терять вот эти вот источник денег, там Катар деньги переводит, там арабы, арабские страны переводят деньги, европейское сообщество переводит деньги. И они не хотят какой-то полномасштабной войны с Израилем. Им нравится поддерживать вот уровень насилия на определенном уровне, но не повышать его, чтобы Израиль был вынужден серьезно взяться за оружие и открыть фронт с Газой и начать полномасштабную войну. Израилю тоже не нужна полномасштабная война. Ну да, были обстрелы, так сказать, железный купол их отразил, но там есть легко раненые просто из-за паники среди населения. Израилю тоже не нужна эскалация. Накануне выборов полномасштабные военные действия Израилю совершенно не нужны. Разве что, если придется это делать, и Нетаньяху об этом заявил как раз перед отлетом в Киев, что если понадобится, мы действительно объявим Газе войну, но он при этом не сказал, какова цель этой войны. Он не говорил, что мы, там, не знаю, вернем себе суверенитет над Газой, уничтожим Хамас, поселим обратно евреев в Газе. Нет, он таких подробностей не говорил. Просто говорил о полномасштабной войне. И понятно, что если будет война, то если она состоится до выборов, то просто выборы отменятся и будет сделано наспех такое правительство объединенное. Либо после выборов будет вот такое правительство национального единства. Сегодня вот эти самые генералы, которые сидящие в генеральном штабе, многие из них были главным командующими, не проводили жесткой политики в отношении арабского террора. Теперь из оппозиции они критикуют, что Нетаньяху нерешительный, Нетаньяху позволяет обстреливать наши города. То есть, сидя в оппозиции, очень хорошо предъявлять претензии. Но когда они сами были у власти, если не в Кнессете, не министрами, то в генералитете, в генеральном штабе, они почему-то этого не делали. Более того, они выступали против. И выяснилось тут, что даже когда Нетаньяху отдал распоряжение подготовить план, чтобы может ли Израиль бомбардировать Иран, то вот эти самые генералы выступили, в общем, против, как-то саботировали вот такую подготовку. А из оппозиции они все храбрецы. Значит, вот ситуация, при которой Нетаньяху предполагает, что если они такие воинственные, если они готовы участвовать в войне, если мы будем вынуждены начать войну, Израилю ничего не останется, как сделать правительство национального единства. Ну и я вижу, что у меня почти не остается времени. Про выборы мы будем говорить еще до 17 сентября. А я хотела бы, как всегда, пару новостей «Спорт, культура». Как всегда, самая свежая новость. Всего-навсего 7 век до нашей эры. На раскопках в Иерусалиме был найден маленький обломок золотого колокольчика, увитого серебряной лозой. И найден он был в срезе такого пепла, в срезе, где находилось много обломков оружия. То есть, по мнению и израильских, и большого количества международных ученых, археологов, которые это изучают, действительно, речь идет о нашествии Навуходоносора на Иерусалим, когда он разрушил Иерусалим, разрушил храм. По-видимому, речь идет именно об этом периоде. И говорится, что действительно то, что сказано в наших книгах о том, что Израиль был достаточно богатым, достаточно искусным, это подтверждается. Очень тонкая работа, так сказать, золото и серебро. И вот это вот, по-видимому, это как раз во время нашествия, которое откинуло Израиль на много лет назад. Ася, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. До встречи в следующий раз. До свидания, до встречи через неделю.